Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и Дэнни. Я сейчас попробовала камеру чуть-чуть приблизить, поставить ее на кровать. И надеюсь, она не будет сильно шататься и Дэнни не будет сильно прыгать. Сегодня у нас супер классное видео. Я надеюсь, что ты не будешь прыгать. Сегодня у нас супер классное видео тем, что сегодня бьюти-бокс и необычный бьюти-бокс. Дэнни знает, потому что сегодня бэби-бокс. Это очень классно. Я когда увидела сообщение, что ко мне идет бэби-бокс, я так обрадовалась, если честно, потому что мне очень хочется что-то для малыша. Вот такая у нас коробочка, как всегда, пришла больше обычного, поэтому здесь помимо основной коробки наверняка лежат еще какие-то приколюшки. Итак, поехали, открываем. Я ее открыла и чисто взглянула, честно говоря, вот так вот. Что у нас здесь мы видим в нашей коробочке? Помимо той основной коробочки, которую всегда мы красивую такую любим, помимо этого у нас здесь детский крем под подгузники есть. Сейчас мы его рассмотрим. И вот такие вот бюбхен. Бюбхен я очень люблю, кстати, у нас очень много. И купаемся мы бюбхеном, и мажем бюбхеном. У нас много бюбхена. И, кстати, у меня даже бюбхен есть салфетки. Ну вот еще будут. Салфеток никогда не бывает много. Давайте прочитаем про крем. И вот она, основная наша коробочка, Baby Box. Мне очень интересно, что в ней. А пока мы почитаем про крем. Baby крем, детский крем под подгузники. Активные ингредиенты. Органическое масло овса, миндаля, экстракт шалфея, хлопка и пантенола. Называется вот такая вот фирма. Вот такой вот крем. Кремов у меня на самом деле много, и под подгузники у меня бюбхен крем, он еще... вот здесь крем запечатанный, поэтому я его распечатывать не буду, 0+, пока не буду распечатывать, потому что у распечатанного продукта я слышала, что срок годности меньше становится, одна из подписчиц мне говорила, поэтому я его не буду распечатывать, сначала надо закончить предыдущие. Вот, но состав тут активные ингредиенты здесь хорошие, без силиконов, парабенов, красителей, синтетических консервантов, вот такая вот... Нам пришла. Ой, Зая, там ничего не пришло больше. Ладно, открываем теперь основную коробочку. Красота, как всегда. Так, что у нас здесь? Всякие крема, детское что-то такое. Красиво. Так, Дэнь, что приготовили нам? О, зубная паста! Сплат. Биоактивная. Для детей 2-6 лет. Ну вот нам на вырост. Такая вот биоактивная зубная паста с зайчиком. Она у нас тоже запечатана, поэтому запах мы ее не проверим. И сейчас открывать не буду, потому что все-таки у меня от нуля. У меня сейчас паста от нуля, а это от двух. Сплат. Дальше, бархатные ручки, питательный крем для рук. Это, скорее всего, для взрослых, наверное, да? Для мамочки, чтобы ручки были питательные. Вот такой вот у нас как бы пробничек. Я понимаю, что, наверное, это пробничек, а не больше продается. Дальше... Ой, тут столько всяких маленьких пробничек. Вот такой есть у нас топи-крем. Топи-крем. Так, здесь все по-нерусски написано. Давайте почитаем. Топи-крем. Это у нас пробнички. Ультраувлажнение молочко для тела. И липидовосстанавливающий бальзам. Так, младенцы, дети, взрослые. Нежное молочко, обогащенное увлажняющими компонентами. Два пробничка нам попробовать. Вот такие вот. Первый раз я, на самом деле, вот такую косметику вижу, но с удовольствием попользуюсь. Цена вот полной упаковочки, такой единственное, что здесь миллиграммы не вижу я. Сколько миллиграмм? Стоит 1500, то есть косметика на самом деле не дешевая. Вот это. Дальше я вижу защитный крем под подгузник, еще один. Вот такой вот у нас. Вот такой фирмы. В общем, напробуемся мы с вами как следует. Крем, созданный на основе термальной воды из альпийских источников, обеспечивает комплексный уход, помогает сохранить ткани, в общем, под подгузники. Но на самом деле мы крема под подгузники не используем. Вот использовали раньше, только когда совсем маленький ребеночек был, вот это да. Но очень зависит еще, какой подгузник мы используем. Да? Вот раньше, допустим, я брала, и пока кожа привыкала ребенка, я, допустим, использовала все время что-то под подгузник. Но когда я взяла уже подгузники Мирис, я как бы говорила, что мы только ими пользуемся. Но, в принципе, сейчас и памперсы тоже нормально. Но Мирис мне больше всего нравится, качество и вот все-все-все. Да, и мы не используем. В принципе, не так, вообще не приходится использовать нам крем под подгузники. Вот. Ну, пусть пока лежат, мы посмотрим, что с этим можем придумать. Дальше, что у нас здесь такое? Косметическая продукция по уходу за кожей марки Palmer's.
Не слышала такой марки, не видела. Посмотрите. Посмотрите, может быть, кто-то знает такую марку, пробовал. Беременная женщина, смотрю тут. Это у нас лосьон массажный против растяжек и масло какао. О, клево. Ну, кстати, я пользовалась некоторыми маслами против растяжек немножко, но это еще зависит от строения, от генетики, и у меня растяжек вообще нет. Но масло всегда, хорошее какое-то масло, всегда пригодится в быту, да, девчонки? Масла, они вообще хорошо действуют. Так, что это еще у нас такое? Косметические продукции по уходу за кожей марки Palmis. Тоже масло интенсивно действующее против растяжек. Масло какао, масло шиповника. Ага, значит, здесь две такие вот они. Тут интенсивное, а тут не интенсивное. Вот такое масло интенсивное у нас. Дальше, что нам еще подготовили здесь? Пробничек. Вот, кстати, такой был уже боди-лосьон у нас. Вот такой вот. И, кстати, мне очень удобно такие брать с собой. Ой, кстати, ой, супер! То, что они маленькие такие, с собой брать вообще для ребенка. Так, и еще у нас экстракт жемчуга, белизна зубов. Образец не для продажи. Тоже, значит, это пробничек маленький какой-то. Зубная паста с бамбуковой солью, экстрактом жемчуга для белизны зубов. Здесь она baby box, да? А я не совсем все понимаю. Здесь вот возраст. Я не вижу возраст ребенка. Может быть, здесь перемешечку, как бы все, и для ребенка, и для себя. Вот такая вот паста. Вот, тут пробничек. Вот такой вот пришел у нас небольшой бьюти-бокс, бэйби-бокс. В основном здесь, да, я вот вижу, бэйби-бокс, да. Значит, как я понимаю, здесь и для детей, и для взрослых можно использовать. Как я уже говорила, я люблю такие боксики, потому что всегда не знаешь, что придет, всегда сюрприз. И вообще, как бы, новинки какие-то появляются, марки новые, мы не знаем, да. Здесь можно попробовать, и, в принципе, цена этой коробочки, как я всегда говорила, она намного меньше, чем стоимость получится, если все по отдельности покупать. Поэтому я рекомендую девчонкам радовать себя и брать такие вот коробочки себе и радовать себя. Вот. Ну и все, New Beauty Box в этот раз порадовали нас с Денькой. Деньку порадовали, вот ему понравились салфетки. Дэнь, ты салфетки грызешь? Тебе понравились салфетки? То есть получается здесь у нас вот полноценные, вот два продукта полноценные. А остальные пробники, которые мы можем попробовать и потом сделать выводы, нравится эта косметика или нет. Вот я, кстати, акцентик сделаю на вот этой косметике. Очень интересно мне ее попробовать. Ну, в принципе, и все. Вот такой вот маленький приятный сюрприз. Денька, тебе. Будем попу мазать тебе теперь. Все, девчонки, ссылочки я оставлю внизу. Кстати, не забывайте, что если вы при покупке какой-то бьюти-боксика, там, бэйби-бокс или любой другой бокс какой-то, да, если вы внесете там в графу мое имя, то вам еще дополнительную миниатюрку какую-то подарят. Подарок пришлю. Вообще, я люблю бьюти-боксы, и у меня обзорчики постоянно на эти бьюти-боксы есть, я их с удовольствием жду, с нетерпением, и для меня всегда какая-то радость такая вот показать, рассмотреть, всегда сюрприз какой-то, да? Да. Все, мои хорошие, все самое интересное в инфобоксе, под видео, заглядывайте, а я с вами прощаюсь, до следующего видео, пока-пока. Дэнь, ты будешь прощаться? Иди, иди скажи. Давай. Пока-пока. Ты рад бьюти? Да, а ты рад боксику? Ты мой сладкий. Ты боксу рад? Бьюти-бокс тебя порадовал? А? Скажи, вот что меня порадовало. Хватай. Смотри, вот что меня порадовало. Вот что мне нравится. Смотри, Дэнь. Прическа. Дэнь, давай прическу сделаем. Покажи. Мне нравится? Ha ha ha.